Всем привет! Сегодня у нас с вами завершающее видео на тему конвертов своими руками, оригами. Теперь вам понадобится лист не А4 формата, а квадрат 21 на 21 сантиметр. Либо можете взять меньше, если у вас есть красивая бумага, как у меня. Она у меня вот двухсторонняя, даже вот так вот. Она 19 на 19 сантиметров. И, как всегда, вам понадобится клей, карандаш. У меня вот обычный Эрих Краузер. И все, ваше желание. Итак, начнем. Вам нужно сейчас лист согнуть по диагонали. Разворачиваем. Теперь мы складываем тоже по диагонали, только с другой стороны. Так, вот мы согнули. Разворачиваем обратно. Теперь нам нужно вот эту сторону согнуть к центру. Проглаживаем. Отгибаем обратно. Берем другую сторону. И то же самое делаем. Отгибаем. Теперь получившийся у нас ромбик в конце мы складываем в треугольник, отворачиваем обратно. Теперь нам нужно вот эту часть согнуть до вот до пересечения двух линий, вот здесь. Мы будем делать гармошку с вами вот в эту сторону. Вот так вот у нас с вами все согнуто. Так вот, показываю второй способ, чтобы получилось вот такое перышко, более объемное. Мы, получается, берем вот эту сторону и сгибаем ее теперь к этой же линии, да, которая идет у нас вот пересечение двух линий. Проглаживаем. Потом мы отгибаем в обратную же сторону. Давайте я приближу штатив. Вот. Потом мы берем вот эту же, да, часть и сгибаем снова пополам. Разгибаем все это обратно. Да, вот. А теперь нам нужно, получается, вот эту вот часть досогнуть до сюда, обратно. Получается, мы берем, сгибаем снова пополам. Отгибаем, получается, обратно. Проглаживаем. Теперь мы должны сложить в эту сторону. Аккуратно. Не помните то, что мы уже складывали. Вот так. Отгибаем все это назад. То, что мы согнули. Теперь что нам нужно? Нам нужно вот это все собрать вместе гармошку вот такую. Ориентируйтесь по своим же линиям сгиба, которые вы уже сделали.
У меня фокус иногда теряется. Прогладили все. Мы должны перевернуть лист бумаги. И вот так вот аккуратненько загибаем. У нас с вами линия уже здесь была согнута. Мы просто ее с этой стороны проглаживаем. Вторую линию мы точно так же складываем. Также проглаживаем. Можете даже вот отсюда, если у вас тут топорщится, как у меня, взять вот так вот и как бы подогнуть их вместе. Чем лист снова. Нам теперь нужно согнуть вот сюда. Отгибаем. А теперь загибаем вот сюда. Отгибаем обратно. Теперь берем вот эти стороны боковые и сгибаем их к центру, вот к этой линии посередине. Эту же точно так же сторону сгибаем к центру, к этой же линии. Осталась самая малость. Согнуть вот эту нижнюю часть вот сюда. Как видите, мы уже видим очертания конверта полноценного. И получается вот эту верхнюю часть мы загибаем. Вот, если вы, получается, согнете по второму варианту, как я вам показала, будет перышко вот такого типа. А если как по первому, будет перышко вот такого типа. Что сейчас? Я покажу вот на этом конверте. Мы с вами просто подклеиваем, ну, вот эти вот места нашего с вами конверта. Ну, перед этим нужно согнуть уголок. Вот так проглаживаете. Уголок у нас согнут. Берем наш карандаш клей. Вот здесь проклеиваете и вот здесь. Так, раз и два. Да, что вы можете? Вы можете что-то положить. Там открыточку, что вы хотите. А потом либо клеем карандашом заклеить, ну вот сюда подклеить, чтобы у вас с вами никуда не делся конец этого конверта, так вот, не пружинил. Либо взять двусторонний скотч, взять одну часть, прикрепить вот сюда. Отодрать бумагу. Вот я ее уже отодрала. И просто прижать. Вот, все. Ваш конверт готов. Наш мастер-класс закончился. А с вами была Софья. Увидимся в следующем видео. Не забудьте подписываться, забыла сказать, и ставить лайк, писать ваши прекрасные комментарии. Всем пока-пока!